Всем привет, с вами Игорь Диаморф, и мы продолжаем проходить Final Fantasy XII. В прошлой серии мы, собственно, посетили вышку вот этой локации, Mosforan High West, разгадав, немного подумав так мозгами. Особо думать, я скажу вам, не пришлось, хотя это как бы считается головоломка, собственно, которую люди некоторые не могут решить. Я ее решил запросто. А вот насчет босса мы его не победили. А насчет Эспера. Вот, поэтому давайте еще будем качаться и придем сюда где-то через серии 7. Я полагаю, я буду серии выпускать уже почаще, потому что скоро лето, и летом я навряд ли буду играть. Если даже и буду, то редко очень, потому что лето — это прежде всего отдых, и не за компьютером его проводят, я так чисто мое мнение. Конечно, многие поддержат, но некоторые еще и не согласны. Так, давайте посмотрим, куда мы. Давайте в Романастр. Я хочу пойти в Лоутаун и, собственно, добраться до такой локации, ну, до канализации, в общем, которая, собственно, лежит, в которой путь лежит через Лоутаун. Мы туда зайдем, и там, собственно, есть такой монстр, вроде как, если я не ошибаюсь. Можно еще зайти к Монт-Бланку. Вот, но не знаю, сейчас, секундочку, так. Вот, еще есть на этого. И есть на вот этого тоже. Они похожи, видите, два слизняка, которые обитают у нас в Гарамист Waterway. Вот, и, собственно, этот у нас берется в Лоутауне. Ага, тоже по пути Гарамист Waterway. Мы сейчас возьмем квест и попробуем их двоих найти. По крайней мере, я собираюсь кого-то из них убить. Пока что мы будем охотиться на монстров, но дальше посмотрим. К Эсперу мы не пойдем, потому что сложновато. И сложновато то, что еще и он в конце битвы начал использовать, на мой взгляд, читерские методы. То есть физический урон ему не поддавался наш. Вот, поэтому был такой бессмертный был. Включил какую-то магию, и просто нельзя было его пробить, нельзя было нанести физический урон. Вот, но, тем не менее, ладно, потом придем туда. Ну и второе, то, что нельзя было использовать потион. Так, наверх. Собственно, всякие, ну, вообще, в общем-то, вещи нельзя было использовать. Почему-то, я так и не понял почему, ну, видимо, это такая сложность. Это говорит о том, что все-таки нужно еще прокачаться, потом идти его убивать. Я в свое время его убил, но, опять же таки, прокачавшись, это мне не далось легко. Хоть и на взгляд мой вроде как Эспер легкий, но вот этот его иммунитет, конечно... Так, конечно, ну, о многом говорит. Я бы мог его убить, но, увы, не убил. Так. Так, он говорит, что Артрас находится в Гарамист Waterway. Все, что я понял. Даже указал, где именно находится этот монстр. И один из этих монстров, либо этот, либо вот тот белый, как он, Микки вроде называется, должен именно убиваться девушками. Вот, то есть мы должны взять девушек и пойти, собственно, его искать. Он на нас нападет.
плохо. Поэтому я сюжетную линию еще не буду проходить. Буду проходить. Так. Так, ну тут его нету, да? Это, ну, это, естественно, здесь его и не будет. Кристаллов тут аж 3. Много на одной локации. Видимо, сама больше. Ну, вообще на локациях 2 кристалла. Это обычный синий и, естественно, кристалл какой, ну, золотой, который, собственно, можно сделать ТП, использовать телепорт стоун. Так, вот тут я... ну, нужен ключ. Ключ, и, видимо, этот ключ дастся после того, как мы убьем одного из монстров, на которых, собственно, мы сейчас ведем охоту. Только вот нужно догадаться, как номер 11. Так. Вот, вот сюда мне бы попасть. Я туда, не знаю, попаду, не попаду. Если разворачиваться. Мне кажется, я не попаду. Хотя, когда я в последний раз тут был, тут были довольно-таки сильные монстры. Поэтому, честно говоря, без понятия. Вот. Ну, 39 уровень, да. Они до сих пор, в принципе, сильные, но... Бить можно. Так, только мне вот интересно, а откуда они, собственно... А, вот они. Нам нужно идти сюда. Ну, то есть убить их сейчас можно. Мы сразу будем качать наших девушек. Так. Тут, там кто-то пошел или мне показалось? По-моему, да, кто-то пошел там. Да-да-да. А, это Мальборо, блин. Я подумал, что это какой-то человек, честно говоря. Даже не подозревал. То есть легко убивается, в принципе, сейчас мы именно по уровню идем. И монстра победить мы сможем, я думаю, без проблем. Даже женским составом, скажем так. А главное, чтобы... Хотя, я думаю, с маршрута мы не собьемся. Мы по-любому наткнемся на него. Но, тем не менее, нам нужно фармиться, поэтому... Походим. Прошли. Хорошо. Пошли хиты. Да и урон хорошо на вот этих идет. Так называемых Мальборо. Канелла промахнулась. Так, ну может он здесь может появиться, но сейчас мы посмотрим. Главное не торопиться. Всегда мы успеем этих двух монстров здесь убить. Аж 38-я. Уже. Именно уже, а не еще, потому что... Так, о, появился White Mouse. А, потому что Аш уже достигла пикового уровня, ну, на данный момент среди нас, наших персонажей. Так, давайте сейчас сделаем так. Не, не сделаем, надо, чтобы Фран подошла. Фран подходит. Если я прав, в принципе, по-моему, должен кто-то подойти. А то если на дальней дистанции, вроде, не всегда
юзаются все. А может и юзаются все, ну не знаю. Главное это его убить сейчас. Оставить его в живых, потому что может какая-то вещь у него выпадет. То есть можно будет спереть какую-нибудь вещь с него. Где-то 7 хитов набьем. Ну, может больше. В принципе, 5-й ранг, да, надо побольше. Побольше чуть-чуть, да? Ну, сейчас, в принципе, как хватит на. Аж разошлась просто. Последний раз. Главное не убить. Хотя мне кажется, я удивлюсь, если он умрет. Ну, то есть, или наоборот, удивлюсь, если у него отнимется мало хп. Хорошо. О, да, маловато будет, ребята. Вот теперь он разозлился. Так, надо что-нибудь да украсть. Что, потем? И все? Не, ребят, вы издеваетесь. Так, а как это называется предмет? Блин, как он называется? Нет. Нет. Блин, не помню, по-моему... А, это зарвутся. Это да. Буду восстанавливать их. Да, я так и знал, что будет мало ему. Поэтому нихера не удивился.
Блин, если он еще будет останавливаться, то вообще пиздец будет. Все. Первая партия хана. Тоже видите, через время как он магию использует, то потом мы только используем. Тоже через время. Вот видите, урон уже маленький. А бьет он хорошо уже. И часто уже начинает бить. Фу, успели. Фух, довольно-таки был сложный бой, но мы выиграли. И, мало того, мы завладели ключом. Так, ну мы получили с этого монстра White Mouse Broken Key, Broken Sword, что-то знакомое, это значит железный ключ, по-моему, или как металлический, или нет, это как ржавый, наверное, Broken, ржавый. Ну, ключ получили, в общем, и, видимо, этот ключ зависит как-то напрямую от именно нашей канализации. То есть я так чувствую, что это именно так, потому что монстра мы здесь убили, а значит и ключ должен взаимодействовать с этой локацией. Так, давайте сейчас перейдем, может, сюда, там может быть у нас тоже монстр. Тогда для этого нам нужно, не помешало бы исцелиться, конечно. Но у некоторых членов у нас уже нету манны. У членов команды нету манны. Так, ладно, сейчас. Так, а где тут этот? Тут же где-то этот должен быть кристалл, да? А, он через эту локацию. Ну ладно, хорошо, пошлите так.